Всех приветствую, продолжаем знакомиться с фотографиями певиц, актеров, актрис и их автобиографий. Андрей Мигар, рожденная Мария Аделаида Александрин Шамональ, французская актриса и красавица сцены. Мария Аделаид Александрин Шамональ родилась в 1869 году в Сенамуре в горах Юра. Ее родители были зажиточными крестьянами, которые отдали ее ученики к тете, которая держала магазин сухих продуктов. Она сбежала от тети в 15 лет и одна оказалась в Париже. В молодости Мигар работала моделью в Париже у художника Агюста Тулмуша. Выступала на парижской сцене с 1896 по 1925 год. Появляет шоу, включая трагедии, комедии и пьесы Шекспира, поставленные ее мужем Фирменом Жимье. Сыграла Роксану в «Возрождении» Эдмона Ростана «Сирано де Бержерака» 1913 года. В то время у нее был роман с самим Ростаном. Снялась в сценической адаптации Анны Карениной в Париже в 1907 году. В 1908 потеряла сознание на сцене во время эмоциональной сцены. Снялась в одном из немых фильмов «Несельский тур» в 1909 году. О ее прическах, дизайне, ее костюмах, шляпах и платьях подробно сообщалось на международном уровне, часто с фотографиями или рисунками, демонстрирующими их особенности. Была особенно известна тем, что носила творение Redfern английского дизайнерского дома. Мадам Мигар на протяжении многих лет была одной из признанных красавиц французской сцены и, как таковая, заслужила не одну женскую роль. Мигар умерла в 1952 году. Вот так вкратце из Википедии о французской актрисе и красавице сцены Андре Мигар, урожденная Мари Аделаида Александрин Шамональ. Пока-пока, до свидания. Смотрим фото.